Госдума приняла сегодня в первом чтении единогласно поправки, внесенные депутатами и сенаторами от «Единой России». Это законопроект, который устанавливает теперь, что вечные огни и огни памяти в Российской Федерации будут обеспечиваться газом бесплатно, а вечные огни гореть бесперебойно. К сожалению, несмотря на, казалось бы, очевидную ситуацию, до сегодняшнего дня такой нормативной законом обязанности закреплено не было. Наш законопроект устанавливает, что цена, отпускаемая для обеспечения газом теперь именно для вечных огней, огней памяти, устанавливается правительством специально, а уполномоченный орган по вековечению памяти погибших, Министерство обороны, ведет специальный реестр вечных огней и огней памяти в стране. Законопроект подготовлен в исполнении поручений президента России, которое, в свою очередь, было инициировано после обращения нашей партии «Единой России». Ну а в основе всего стали абсолютно недопустимые ситуации, которые, увы, происходили в прошлом году, когда из-за недопонимания между коммунальщиками и газовиками в ряде регионов вечные огни отключались от газоснабжения. Теперь с принятием нашего законопроекта этого больше не произойдет. Смысл вечного огня в том, чтобы гореть вечно.